Смотрите, какой у меня подарок. Да. Такие прям подарками сегодня завалили. Что ты мне туда? Ух ты, это нарисовал. Водопад. Водопад, спасибо. Самолет. Чтобы я смогла улететь, покупаться под водопадом. Правда? Да. Спасибо, сыночек. Я это сохраню обязательно. Я знаю то, что ты любишь весну. И ты у меня цветочек, поэтому я дарила. Вау! Это ты такой букет сделала? Да. Смотрите. Боже. Аня. Пожелание. Как ты талантлива. Я в шоке. Это моя дочь. Happy birthday. Я теперь такая. Этот цветок есть в тебе. Зеленый, какая ты, мам. Голубой – это красота, синий – домохозяйка, фиолетовый – это добро, красный – означает любовь, оранжевый – это счастье. Мамуля, с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, смеха, удачи, радости, а также, чтобы у тебя были сбылись мечты, желания, и желаю, чтобы ты никогда не болела. Мамуля, от твоей дочки. Спасибо. Птичка моя, ну ты вообще меня так вот, вы представляете, ну это же вообще. Ой, я сегодня вся в подарках. Какая красота. А там вот здесь. Да, конфеты, я вижу, смотрите. Вываливается. Конфеточки, Рафаэль. Да, спрячь, спрячь туда. Оно в каком-то, вот, вот здесь. Оно здесь. А, ну в каждом цветочке конфет? Да. Да. Тебе не жалко было свои конфеты вот так вот сюда? А это папа купил новенькие. Только двое не хватило, поэтому я сюда вот эти. Класс! Это что, ты целую упаковку, что ли? Да. Ничего себе! Однажды я смотрела один блог на ютубе, как девушка из Киева полетела в Нью-Йорк, на Манхэттене завтракала. И у нее был завтрак из яйца и тоста с авокадо. И это была мечта моя такое попробовать. И вот, наконец-то, она осуществилась. И приготовила это все Аня. It's your birthday. Happy birthday. Кукареку, ку-ку. Ну, давай нормально. Кукареку. Я же не пипишок, курочка, давай. А днем рождения тебя. С днем рождения тебя, с днем рождения, мамуля, с днем рождения тебя. Это мои дети. Рождением, чтобы ты нам была здоровой и красивой. Есть, сэр. Подготовка ко дню рождения Артемки идет полным ходом. Он выбрал себе сегодня такую бумагу, чтобы упаковать подарок в смайлы, желтую, очень яркая, красивая. Наша пиньята сохнет. И вот уже бумажки лежат. Дальше ждут действий. Хотите посмотреть, что здесь? Конечно, хотите. Та-дам! Помощница модная приехала. Терка. Прям вот видите, с коробочкой. Куда натирать? Натираешь сюда, например, сыр, да, потом берешь, либо закрываешь и потом уже посыпаешь горячие макарошки. Пошла варить борщ.
истории расчиняются. Ты нас запросишь до себя до дому? Ага. Покажи, как ты тут живешь? У меня такой дом. Ага, правда, дом. Одежда тут не в тему. И лампа даже там есть. А тут можно поставить ботинки, здесь держится айпад. Тут я кладу свои вещи, бутылочки, кубика Рубика. Здесь моя кровать, тут светило. У меня есть. Так. Ага. И смотришь на звезды. Угу. Звезды. Ну, вот тут звезды. И дверь закрывай, давай. Чтоб комары не налетали. Ага. Налетали. Превосходно. Идите сюда! Пошли, пошли. Так, Артем показывает свой домик. О! Вот это не домик, это какая-то конура. Вот здесь залазишь. Да? А ты потом оттуда вылезешь? Вылезу, вылезу. О, Господи. Не застрянешь, что придется тебя щипцами вытаскивать. И вот так лежишь. Ага. Вы еще подушку. Короче, у меня тут вынужденный эксперимент. Гости наши уехали, оставили овощи. Хотели запекать, но не успели. Приходится мне. Я вообще такое не умею делать. Грибы, сладкая картошка и брюссельская капуста. Искала в рецептах, в книжке, ну, что-то подобное. Ну, ничего подобного, конечно же, я не нашла. Из тех овощей, которые у меня в наличии. В общем, сейчас обжарю, наверное, грибы на сливочном масле. Все остальное закину, закрою, запеку. Соль, перец, ну, в общем, попробуем. Надо есть, это же полезно. Слушайте, ребята, такое можно готовить. Классно. Вот такой чудик у нас получился. Мы сейчас идем вон туда, в эту дождливую погоду, посмотреть, куда его будем подвешивать. Идея была такова, чтобы найти вот здесь какое-нибудь дерево, где никто не видит, и разбить пиньяту, но посмотрите на эту. Мы лучше это сделаем на площадке. Просто на площадке не очень хорошо привлекать кучу народу, но мы сделаем это быстро. Правда? Ребята, ребята, посмотрите на это. Посмотрите на это. Господи, я ликую, как будто бы мне 5 лет. Утро, 8 утра. Снег идет, посмотрите. С ума сойти. Он валит и валит. Уже 12-й час. Снег валит и валит. Так валит, что нет интернета. Отключенный интернет проводной и интернет мобильный. И посмотрите, что происходит. Дети почувствовали времена 90-х, когда интернета и не было. О, класс, какой класс. А я сейчас иду в магазин за молоком, чтобы сделать крем на торты, потому что вот там вот в серой куртке бегает завтрашний именинник. Вау! Смотрите, какого Артемка снеговика слепил. Боже мой, ребятоньки. Боже мой, как хрустит. Пойдем заглянем к детям во двор. Это надо хотеть.
Так, смотрите, в чем я. Я в высоких сапогах, с мехом внутри. Ну, утепление еврозима. Как хорошо, что я их не оставила в Украине, не передала. И вот они второй раз мне уже этой зимой пригождаются. Ну что, ребята, Азда не работает, тортов не будет. Не, ну будет, у меня там есть на один торт, я пеку два торта. Короче, нет света в Азде. А это значит, что ничего не работает. Кстати, я не обратила внимания, но не работают светофоры. Логично, правда? О, автобус стоит. И двухэтажный стоит, но не работает. Автобус пытается выехать. Представляете, какой капец. Не получилось. Ну, давай, попытка номер два. Давай, малыш. Ты совсем не малыш. Ну. И пошел. Молодец. Кричит водитель. Радуется. О, я так за тебя рада, что ты сегодня доедешь домой. Тут тоже нет света, темные витрины. Всех, видите, отправляю туда дальше, в Алди. Но в Алди я сейчас не дойду. Куда ж ты едешь? Давай. Ну, посмотрите, я тут шла, ну сколько, минут 20 назад. Уже моих следов не видно практически. Какой сильный снегопад. Хорошие, кстати, сапоги. Надо брать. Производство Украина. Модель Zara. А производит фирма Soldi. Не на правах рекламы, но могу оставить номер карточки внизу. Отчет о проделанной работе детской. Вот такой красавчик. Какая у него морковка большая. И вон такой стоит. У него тоже морковка большая. Классно. Снежный человек возвращается. Невероятная картина. Снег идет. А я шью. Это вышли соседи. Посыпают песочком. Ну, молодцы. Да. Умничка. Молодец, съешь огурец.